К другим темам. В Ульяновск сегодня съехались главы регионов Приволжского федерального округа. Там прошел совет ПФО под председательством полпреда Михаила Бабича. Встречу посвятили вопросам межнациональной политики. Губернаторы подвели итоги реализации региональных программ. Наш корреспондент Дарья Болгова передает из Ульяновска. Губернаторы подвели итоги реализации региональных программ. Инноваторами в этой сфере оказались Татарстан, Башкортостан и Пензенская область. Если брать рейтинг регионов Приволжского округа по ощущению, насколько они дружно живут, насколько спокойна обстановка, наиболее отвечающих наиболее спокойна обстановка в том же Татарстане, 86,7% людей отвечают, что все нормально, нет никаких проблем межнациональных. Да? В Мордовии такой же процент. И всего там 7%, которые говорят, что могут какие-то вещи бить. У нас этот процент всего 41%. Сегодня эта тема актуальна. Напомним, согласно указу президента, ответственность за национальный фонд региона несут его главы. По словам Михаила Бабича, бороться надо с коренной проблемой возникновения конфликтов, коррупцией. Он также подчеркнул, что разработанная программа должна быть не бюрократичной, но подразумевать под собой конкретные действия. Появились точки напряжения, которые привели к значительным протестным настроениям и межнациональным и межнациональным конфликтам. Мы достаточно предметно в течение этого года с главами регионов работали по локализации этих проблем. По сути дела, сейчас прогнозируемая ситуация в каждом муниципальном образовании, даже в каждом регионе, в каждом муниципальном образовании. Создана система реагирования, система мониторинга, система разрешения тех конфликтов, которые потенциально могут возникнуть. По итогам совета главы регионов разработали план мер, который необходимо будет реализовать до конца 2016 года.